Может, кто-то модернизирует или восстанавливает подобные приемники. Так что я для начала покажу фотографии внутренностей. Как видите, чистенькие, на удивление аккуратные. Все детальки на месте, но это будет видно и из включения. То, что он работает и принимает что-то, пытается принимать, по крайней мере. И для радиолюбителя-конструктора, который занимается восстановлением таких аппаратов, будет, наверное, интересно то, что в комплекте отдам еще плату, аккуратно снятую от такого же приемника. Хорошего просмотра, спасибо. Альпинист 407, олимпийская модель, Олимпиада 80. Проверочка на внешнюю антенну. Начнем с длинных волн. Запас по громкости гигантский. Средние волны. Тишина на всех диапазонах. Вот такой вот он вид сзади. Нет крышки батарейного отсека. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.